Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я буду готовить ленивые голубцы. Нам понадобится фарш. Фарш у меня говяжий со свинины. Ну, такой жирненький, надо сказать. Так, фарш приблизительно около 1 килограмма. Вот полстакана риса. Много брать не буду. Капуста. Ну, мы будем использовать от этой капусты только четверть. И еще я буду использовать пекинскую капусту басай. Тоже немножко буду комбинировать нашу капусту с пекинской. Также нам понадобится морковка. Это у меня замороженная, на зиму замораживала. И две луковицы. Перво-наперво сейчас мы промоем рис, чтобы водичка была прозрачна, и поставим вариться. Как вода закипит, минуты 3 поварим и отключим. А овощи я нарежу. На сковороду нальем 2-3 ложки растительного масла, много не будем. И ставим лучок обжариваться. Рис откидываем на дуршлаг. И промываем холодной водой. После того, как лук немножко обжарился, мы туда добавляем морковки и тоже все обжариваем. Друзья, маленько обжарилась у нас морковка с луком. Я добавляю томатной пастой, чуть-чуть обжарю и добавлю водички, чтобы у нас получился хороший подлив. Ну, посолить, поперчить, добавить приправ. Я добавила воды, буквально сейчас покипит 2-3 минуты. Немножко зелени и соли, перчику. Все покипит. И у нас будет подлив готов. Так, пока у нас подлив кипит, сделаем голубцы. Фарш я добавляю соли. Так. Немножечко я добавляю зелень кинзы. Так, у меня еще есть белый молотый перец. Немножко. Так, сюда же я вторую луковицу скрашиваю. Целая луковица. И капусту. Капусту я так постаралась помельче порубить. Вот. Два вида капусты. Белокочанная и китайская баса. И все. Теперь что мы сделаем? Еще чуть-чуть сверху соли для капусты. Теперь нужно все это тщательно перемешать. И лучше руками. Рис. Вот, пожалуйста, рис. Высыпаем рис. Думаю. Фарш мы перемешали. Теперь формируем котлетки. Все это заливаем подливой овощной. Котлетки, голубцы ленивые, я залила подливом. И теперь ставим в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Ну вот, 40 минут прошли. Сверху здесь уже у нас как бы поджарилось. Давайте посмотрим, что у нас тут внутри.
камни. Вот смотрите, такой голубец. Еще бы надо попробовать. Так. Вкусно, очень вкусно. Но я думаю, еще минут 5 нужно постоять. По мне так уже достаточно, но мясо готово, все готово. Но капустка, так как мы ее не обжаривали, немножко должна как бы дойти. Вот. Еще на 5 минут ставим в духовочку. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.